Почти половина призывников нашего города к военной службе негодна. Небольшая часть из них временно, остальные вовсе в армию не пойдут. Такими результатами поделился военком по Центральному и Автозаводскому районам Рашид Ильясов на совещании в мэрии. К слову, всего сейчас на воинском учете числится 1850 челнинцев, но лишь 978 из них способны отдать долг родине. Половина сейчас в армии ушли в весенний призыв, остальные отправились либо готовятся к отправке в рамках осеннего. Он, напомню, завершится раньше, чем в прошлые годы, 9 декабря. Но есть отдельная категория, о которой упомянул военком – уклонисты. 292 призывника уклонились от мероприятий, связанных с исполнением закона о воинской обязанности военной службы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудников управления дел города разыскано 275 человек.